Здравствуйте, дорогие ребята! Ребята, вы, конечно, знаете Дениску? Дениску из рассказов Виктора Драгунского. Когда я читаю эти рассказы, мне кажется, что я был таким, как Дениска. А мне кажется, что я был таким, как Дениска. Ой, а помните, Николай Владимирович, как Дениска попал под купол цирка и кружился там с целым пакетом помидоров? А как он собрал в комнате соседки всех чужих собак? О, Дениска вообще любил петь громкие песни, есть мороженое и запивать его газированной водой. Любил играть в красных кавалеристов. И всегда побеждать. Да, друзья мои, в книжках писателя Виктора Драгунского много интересных и веселых рассказов о Дениске. Сейчас вы услышите один из них. У меня в табеле одни пятерки. Только по чистописанию четверка. Из-за клякс я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. А так-то у меня одни пятерки. Только по пению вот тройка. Это вот как получилось. У нас был урок пения. Сначала мы пели все хором, в ополе березонька стояла. Выходило очень красиво. Но Борис Сергеевич все время морщился и кричал: «Тяните гласные, друзья, тяните гласные!» Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал: «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым отдельно!» И Борис Сергеевич вызвал Мишу. Миша подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Миша тихонечко запел: «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик, когда я его засовываю в чайник. Разве ж так поют, почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал: «Ну-ка, хохотун, выходи-ка». Я быстро побежал к роялю. «Ну-с, что будете исполнять?» — вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал: «Песня гражданской войны. Ведишь, буденой, нас смелее в бой». Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. «Играйте, пожалуйста, погромче», — сказал я. Борис Сергеевич сказал: «Тебя не будет слышно». Но я сказал: «Будет, будет, еще как». Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха, да как грянул во всю мощь свою любимую: «Высоко в небе ясном вьется алый стяг». Мне очень нравится эта песня. Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил: «Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной!» Я хорошо орал, наверное, было слышно на другой улице: «Лавиной устремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. Мы врезались в Крым! Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: «Ну, как?» «Чудовищно», — похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» — спросил я. «Хорошая», — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, вы очень тихо играли, Борис Сергеевич», — сказал я. «Можно было бы еще погромче». «Ладно, я учту», — сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я, — «я этого не заметил, да это и не важно. Просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку?» Я даже опешил. «Как же это может быть? Тройка – это очень мало. Мишка так тихо пел, и то получил пятерку». Я сказал: «Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у вас у всех уши позаложат. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось».
Это какая же песня, сказал Борис Сергеевич. Жалостливая, сказал я. И запел. Я вас любил. Любовь еще быть может. Но Борис Сергеевич поспешно сказал. Ну хорошо, хорошо. Ну все мы это обсудим в следующий раз. И тут раздался звонок. И мама встретила меня в раздевалке. А когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. Ну, сказал он, улыбаясь. Возможно, ваш мальчик будет Лобачевским. Может быть, даже Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым. Я не удивлюсь. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется. Нет, никогда. Мама ужасно покраснела. У нее глаза стали зелеными, как крыжовник. И она сказала, ну, это мы еще увидим. А когда мы шли домой, я все думал, неужели Козловский поет громче меня? Такие люди, взрослые, они вообще склонны угнетать детей. Это очень обидно. То нельзя, этого нельзя, здесь не сиди, тут не стой. Мука! Помню, я однажды так затосковал от этой несправедливости, сел у окошка, сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я подумал, а что бы было бы, если бы все на свете было бы устроено наоборот? Если бы дети были бы во всем главные, а взрослые во всем бы их слушались. Дети были бы как взрослые, а взрослые как дети. Очень интересно было бы. Я представляю, как бы маме понравилась такая история, что я хожу по комнате и командую ею, как хочу. Ха-ха. Да и папе бы, небось, тоже бы понравилось. А бабушке и говорить нечего, она целыми днями от меня бы ревела бы. Что и говорить, я бы показал им, почем фунт лиха. Все бы им припомнил. Вот, например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал. Ты почему это завела моду есть без хлеба? Вот еще новость. Ты погляди на себя в зеркало. На кого ты стала похожа? Вылитый Кощей. Ешь скорее, тебе говорят. И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду. Быстрее, быстрее, да не держи за щекой. Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он раздеться, а я бы уже закричал. Ага, явился, значит, вечно тебя ждать приходится. А ну сейчас же руки мой! Как следует, мой. Нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце невозможно смотреть. Щеткой три. И не жалей мыла. Ну-ка покажи ногти. О, это ужас, а не ногти, это просто когти. Где ножницы? Не дергайся, не скачи. Мясо не режу, а стригу. Очень даже осторожно. И не хлюпай носом. Ты не девчонка. Вот так. А сейчас садись к столу. И он бы сел за стол и тихонечко спросил бы у мамы, ну, как поживаешь? Она бы тоже тихонечко ответила, ничего, спасибо. А я бы немедленно разговорчики за столом. Когда я ем, я глух и нем. Запомните это на всю жизнь, золотое правило. Папа, положи газету сейчас же, наказание ты мое. И они бы сидели бы у меня как шелковые. А уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и загласил бы. Папа, мама, полюбуйтесь на нашу бабуленьку, каков вид! Грудь распахнута, шея взмылена, шапка на затылке. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А эту, что это такое за грязная палка? Зачем ты ее в дом приволокла? Что это такое? Это что, клюшка? Убери ее сейчас же с глаз моих на черный ход! И тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем троим. После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Ну, они, конечно, бы заныли, захныкали. Мы с тобой, мы тоже, мы хотим в кино. А я бы им, ничего. Вчера на дне рождения были? Были. В воскресенье я вас в цирк водил? Водил. Ха, ишь, понравилось, понимаете, развлекаться каждый день. Дома сидите,
Вот вам 30 копеек на мороженое, и все. Ну, тогда бы бабушка взмолилась. Ну, возьми ты хотя бы меня-то, ведь каждый ребенок может провести одного взрослого в кино бесплатно. А я бы ответил, а на эту картину людям после 70 лет вход запрещен. Сиди дома. И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. А я бы стал одеваться, и я бы вертелся бы перед зеркалом и напевал. Они от этого еще хуже бы мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал... Но я не успел подумать, о чем бы я им сказал, потому что в комнату вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: «Ты еще сидишь? Ешь сейчас же, тебе говорят! Посмотри на себя в зеркало, на кого ты стал похож, вылитый Кощей!» После обеда Антон явился ко мне. Вид у него был серьезный, озабоченный. Ты что делаешь? Ты один? Один, а что? Так. Слушай, это правда, что девчонки говорили? Правда, ответил я. И знаешь, что я? Ну, это, остроумный? Да нет, ну ты интересный человек, а Оля сказала, что ты остроумный. А черт! А я думал, я просто так болтаю, так без всякого остроумия. Ну и что, значит, они познакомиться хотят, да? Ну да, я сам слышал. А черт! Да. А что, по-моему, для тебя только лестно, что с тобой хотят познакомиться. Ну да, тебе хорошо говорить лестно, а мне... Ну они же познакомятся, все время будут думать. Вот, мол, интересный пришел, остроумный. Вот, мол, сейчас что-нибудь такое сострит. А чего я им буду острить, если я сам не знаю, что остроумно, а что нет? Лёшка, а если я им скажу, вы живете на третьем, а я как раз под этим? Ну что, как это, остроумно будет, нет? А что это такое, я как раз под этим? Ну, в том смысле, что я на втором этаже живу. Ну, правда, в другом подъезде. Но это все равно можно сказать так, что как раз под этим. Нет, по-моему, это все-таки не очень остроумно. Ну да, вот я тоже думаю, что не очень. Я теперь буду молчать. Вроде бы совсем дурачок. И Дудкин решил совсем не выходить во двор. А если родители посылали его в магазин, он сначала забивался в подъезд, выбирая подходящий момент, затем выскакивал и летел к воротам с такой скоростью, что не видно было ни пяток его, ни локтей. И никто не знал, как он мучился, стараясь придумать хоть что-нибудь остроумное. Вот за что я люблю Новый год? Ну, во-первых, за елку. А во-вторых, конечно, за новогодние подарки. А я люблю Новый год за каникулы. Каникулы – это лучший подарок. Что хочу, то и делаю с этим подарком. Захочу – во дворе погуляю. Захочу – дома посижу. А захочу – опять погуляю. Опять дома посижу. А если очень захочу, то вообще ничего делать не буду. Дома погуляю и во дворе посижу. Абсолютно неправильно. Так каникулы не проводят. Каникулы – это ответственнейший период между второй и третьей четвертью. Это переломный момент между первым и вторым полугодием. Это время, когда особенно нельзя прыгать с пятого на десятое. Почему с пятого? Каникулы же не с пятого начинаются.
А раньше? Это я образно говорю. А если говорить прямо, то каникулы для того и придуманы, чтобы мы могли повторить все, что мы узнали за первое полугодие, и подготовить в своей голове пустое место для второго полугодия. Да? Да. А кто ж тогда в каникулы будет отдыхать? Как кто? Учителя будут отдыхать от нас с тобой. Друзья мои, Новый год только что наступил, а вы уже спорите. Я в своей жизни пережил столько каникул, что мне кажется, я могу вам кое-что посоветовать. Прежде всего, во время каникул надо хорошо отдохнуть и набраться сил. Для этого необходимо чаще бывать на свежем воздухе, кататься на коньках, ходить на лыжах. Правильно, для этого надо больше сидеть у телевизора. Там тебе и лыжи, и коньки, и футбол. Ну как же мы с тобой можем зимой играть в футбол? Ну мы не можем, а другие играют. По телевизору все можно, даже купаться в Черном море. А свежий воздух? О, свежего воздуха сколько хочешь можно увидеть. И лес показывает, и горы. Ах, друзья мои, если вы не понимаете, как надо проводить каникулы, то я вам приведу пример того, как не надо их проводить. Встал в 8 часов утра, вспомнил, что каникулы, и лег обратно. 8:30 пытался заснуть. 9 часов перестал пытаться. Встал, хотел умыться, вспомнил, что каникулы, и передумал. Пошел завтракать так. 10 часов завтракаю. 11 часов, завтракаю. Позвонил маме на работу, спросил, что еще можно съесть. Холодильник, ответила мама. Перестал есть, лежу, перевариваю пищу, икаю. 11:30, перестал икать, занялся дрессировкой кошки. Учил ее мяукать до 5, обещал ей за это сырое мясо. Кошка съела мясо, но считать наотрез отказалась. Учил ее танцевать вальс на задних лапках. Не хочет, прыгает на стенку. Стал учить ее прыгать на стенку, прыгнула на меня. Еле отбился, кошка обиделась и перестала со мной разговаривать. 12:00, пошел на улицу, гонял собак по двору. 13:00, собаки гоняли по двору меня. 14:00, слепил снежок, запустил проезжающую машину. Машина увернулась, снежок попал в соседний дом и разбил стекло. 14:30, перестал убегать от дворника, сижу дома. 15:00, позвонил Витьке, спросил, сколько времени. Витька ответил, что не знает, сказал ему, что ровно 3 часа. Витька повесил трубку. Позвонил ему снова, извинился и сказал точнее, 3 часа 2 минуты. 15:30, поймал муху, не знаю, что с ней делать. Отпустил. Она ко мне так привязалась, что не хочет улетать. 17:00, стал читать интересную книгу. 17:05, перестал читать интересную книгу. 19:30. Отправляюсь на надувном матрасе в кругосветное плавание по квартире. 20:00. Пришла с работы мама. Высадила меня с матраса на диван. Отругала и отправила спать. 21:00. Пошел перед сном умыться. Помылся 2 раза. 1 раз за завтрашнее утро. 22:00. Лег спать. Вспомнил, какой сегодня прекрасный был день. Столько интересного может быть только в каникулы. Не знаю, как у вас, а в нашей компании, когда я был мальчишкой, многие любили прихвастнуть. Но самым отчаянным хвастуном был у нас Сенечка Ельцов по прозвищу Семен Мюнхгаузен. Он, например, сообщил, как всей нашей братии, что лично он, ну, правда, чисто случайно, поймал на удочку акулу. И было это около Артека на Черном море. Мы закричали «Ха-ха-хо-хо!». Но Сенечка не смутился. Что, не веришь, что ли? Дело ваше. Представляете, какой он был звонарь, наш Семен Мюнхгаузен. Но вообще, если честно признаться, я тоже иногда кое-чего придумывал. Не то, чтобы я особо хвастался, просто в некоторых случаях немножко преувеличивал. Я вот, например, здорово плавал кролем и на спине. Еще я лихо нырял, 6 метров мог пронырнуть, или 12. И вот как-то раз идем мы с Сенечкой из школы, он мне говорит, знаешь, какой мы с тобой можем трюк сделать? Когда на берегу все соберутся, ты нырни, заплыви в осоку, там незаметно высунься, подыши.
и опять нырни. А когда ты приплывешь и вынырнешь, все ахнут, сколько ты был под водой. Понял? Какой ты можешь отколоть героический номер? Я говорю, вообще-то, конечно, но никакого героизма в этом не будет. Будет небольшая хитрость, и все. Сенечка говорит, слушай, слушай, что я придумал. Я на берегу. Опять напомню про акулу. Ребят, конечно, опять начнут смеяться, но я буду молчать. А потом я скажу, жаль, что у нас акулы не водятся, а то бы я вам показал, какой я рыболов. Я знаю такую наживку, на которую клюет самая крупная рыба. Потом я спокойно возьму удочку, закину, поплавок дернется, я подсеку и вытащу вот такую рыбину. Я спрашиваю у него, а где ты ее поймаешь? Сенечка говорит, если хочешь знать, она уже поймана. Вернее, куплена в магазине. Это зеркальный карп. Мама ее из города привезла в ведерке. Она его завтра будет жарить. Но это завтра. А сегодня вечером, когда мы все будем на берегу, ты спрячешься в осоке, я удочку закину, ты нырнешь с этой рыбы и прицепишь ее на крючок. Понял? Я говорю, ладно, ладно, я не против. Приноси свою рыбу прямо в ведерко, чтобы она живая была. И вот собрались мы вечером на берегу, и Сенечка завел разговор о рыбной ловле. Я спрятался в осоке, а на мостик поставил ведерко с рыбиной. Не помню, чем я отвлекся, и вдруг ведерко исчезло. И тут же рядом появился Петька Маслов. Я говорю ему, а ну давай, ведерко. А Петька говорит, ты уже озяб, тебе сейчас нырять нельзя, я сам все сделаю не хуже тебя. Я подумал, интересно, откуда же он узнал, что мы договорились с Сенечкой? Скорее всего, Ксюша проболталась, которой я по секрету изложил Сенечкин план. Я отдал Петьке ведерко с карпом и говорю, на, раз тебе известно, что надо делать, делай, я не возражаю. Я вылез на берег, оделся, подхожу ко всей нашей честной компании, вижу, Сенечка уже закинул свою удочку и вовсю работает языком. Самое главное – это уметь обмануть рыбу. Эту тайну мне доверил один старый рыбак, которому сегодня ровно 99 лет. И тут Ксюша наша говорит, «Ой, ой, погоди, Сенечка, у тебя, кажется, клюет». Сенечка говорит, «Вижу, не беспокойся, прекратить разговоры. Похоже, что клюет очень крупная рыба. Спокойно, смотрите все». Раз, Сенечка подсек и вытащил блестящую, колоссального размера, не меньше, чем 45-й номер, галошу. Вы представляете, какой начался хохот? Все наши прямо рыдали и катались по траве. У Сенечки был такой растерянный вид, что даже описать невозможно. И тут из-за мыска выплывает Петька Маслов. Один только я знал, кто нацепил на крючок старую галошу. А Петька плывет и с так невинным видом спрашивает, как идет рыбалка, клюет или не клюет? Сенечка подозрительно глянул на меня, на Петьку, потом спрашивает, где рыба? Петька говорит, а я ее уже отнес к тебе домой, маме отдал. Тогда Сенечка снял с крючка галошу, нацепил червячка и молча закинул удочку. Прошло уже много лет. По-моему, у него до сих пор не клюет. Неимоверная челка закрывала глаза мальчишки и половину носа. А сзади что творилось? Не мешает тебе челка? Спросил я. Не-а. Меня видишь? Не-а. Значит, ты даже не видишь человека, с которым разговариваешь? А я изредка дую на нее, и она подпрыгивает. Скривив рот, он дунул снизу вверх, и челка подпрыгнула. И часто дуть приходится. А что? Не устаешь? Не-а. С утра до вечера дуть на свою челку. С ума можно сойти. Зато когда бежишь во весь дух, она сама разлетается в разные стороны, похвастал он. Ну, а когда спокойно идешь, он пояснил. Тогда встряхиваешь головой в такт шагам, и челка назад отлетает. И обратно не прилетает? Ну, я вам серьезно говорю. Но нельзя ведь все время трясти головой. Почему нельзя? Голова заболит от беспрерывных трясок. Не-а. Да и неудобно. Сзади, предположим, волосы тебе не так мешают. А за столом, наверное, в тарелку твоя челка попадает. Два раза в суп и три раза в кисель. Ну и как? Смешно. Неужели? А что?
А если ты читаешь, пишешь за столом, тебе челка не мешает? Я? Ну как же ты с ней обходишься в это время? Опять дуешь? Читаю я в кровати, а когда пишу, одной рукой челку придерживаю. Ну и ну. А что? А телевизор, когда смотришь, дуешь, держишь одной рукой или головой все время трясешь? Тогда я высоко поднимаю голову, затылком упираюсь в стену и сверху вниз смотрю, что показывают. И видно? Видно. Хорошо, спрашиваю, видно. Удобно? Ну, не очень. А что? Тряс головой бы тогда и дул. От тряски кран мелькает. А дуть к вечеру я уже больше не могу. Сознался хоть. А что? Да. Много у тебя хлопот. Не-а! А что? Передразнил я. Это вы меня спрашиваете? Нет, нет, хватит с меня. Это я не тебя спрашиваю. Не-а! Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. И замечаю, получается, в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стен газеты. Женька, редактор, пришел в восторг. Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся. Я написал стихотворение о солнце. Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Сегодня с утра идет дождь, сказал Женька. А ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое. Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось. Но, наконец, получилось. Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Не везет тебе, говорит Женька. Дождь-то кончился, вот беда. И солнце пока не показалось. Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Женька, редактор, мне говорит. Смотри, вон солнце опять показалось. Тогда я понял сразу, в чем дело. И на другой день принес такое стихотворение. Льется солнце луч на голову мне. Льется дождь на голову мне. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Жил на свете старичок маленького роста. И смеялся старичок чрезвычайно просто. Да бу-бу-бу, бу-бу-бу, да би-би-би, дин-дин-дин, да трёх-трёх-трёх. Раз увидя паука, страшно испугался. Но схватившись за бока, громко рассмеялся. Да ха-ха-ха! Да гуль-гуль-гуль! Да га-га-га! Го-го-го! Да буль-буль-буль! А увидя стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, гу-гу-гу, да па-па-па. Ой, ребята, не могу, ой, ребята, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ха-ха-ха.
Когда я был мальчишкой и учился в 5 классе, нам задали стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала учил, а потом уже совсем не учил. Так что знал я только начало стихотворения, да и то плохо. А Иван Иванович, наш учитель, как чувствовал это, и как раз меня к доске и вызвал. Но не в начале урока, а уже в конце. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда, может быть, он не успеет поставить мне двойку. Иван Иванович вызывает: «Измаилов!» «Я». «Иди к доске». «Я к доске?» Начинаю я тянуть время. «Конечно, ты же Измаилов». «Конечно, я Измаилов. Ну, иди к доске». «А, к доске, а я думал, вы перекличку делаете». «Ну, какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай то, что задали». «А может, я с места лучше, чтобы всем слышно было?» Делаю я вид, что забочусь о классе. «Ничего, ничего», — говорит Иван Иванович, — «тебя услышат». Пришлось идти к доске. «Ну, начинай». И я начал. «Стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». «Стихотворение Пушкина, правильно?» «Правильно, рассказывай». «А может, я другой расскажу? Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой». Иван Иванович меня прервал. «Я на сегодня Пушкина задавал, вот и рассказывай. А про санитаров в следующий раз расскажешь». И я начал снова. «Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837, правильно?» «Правильно. Только мне биографию Пушкина не надо рассказывать. Давай сразу стихотворение». «А, стихотворение, это проще. Я думал сначала про Пушкина. А стихотворение, это я раз-два и готово». «Ты учил или не учил?» – строго спросил Иван Иванович. «Конечно, учил. Тогда давай рассказывай, не отрывай понапрасну время». «Хорошо, тогда сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Руслан и Людмила. Александра Сергеевича Пушкина». Тут все ребята в классе не выдержали и засмеялись. Пришлось читать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. «Вот я пока учил, все время думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да?» Иван Иванович начал сердиться. «Будешь тянуть время, поставлю 2». «Да нет, я сразу испугался я. Стихотворение от меня раз-два и готово. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Всегда в общем». Тут кто-то прыснул от смеха, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?» «Хорошо, начни сначала». «Стихотворение», Иван Иванович продолжил, «Пушкина». «Дальше». «У лукоморья дуб зеленый». «Золотая?» «Золотая», — поправил учитель. «Одно и то же», — возразил я. «И все же золотая». «Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот». «Вот». «Значит». «Нет там таких слов. Вот и значит. Ставлю 2». «Ученый!» — закричал я под хохот класса. «Вспомнил! Кот ученый! Просто одно слово забыл. Кот ученый! Все ходит по цепи кругом. Так?» «Так. А дальше?» «Идет направо — песнь заводит. Идет налево — и уходит». «Кто уходит?» — не выдержал и тоже засмеялся Иван Иванович. И тут прозвенел долгожданный звонок. «Ну, повезло тебе, Измаилов, — сказал Иван Иванович, — а то бы пришлось тебе самому уходить. С двойкой». Всю перемену я прыгал от радости. Но когда начался следующий урок, пришел Иван Иванович и сказал, что учительница по ботанике заболела, и сейчас снова будет урок литературы. И все. Я получил 2. И пришлось мне выучить это стихотворение. И я его выучил так, что помню до сих пор. Хотите, расскажу? «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том».
хотим.